Брянской области. Меня зовут Илья, и вы на канале «Деревня как бизнес». Сегодня у нас тема очень интересная, которая напрямую относится к теме «Деревня как бизнес». Мы приобрели вот такой великолепный металлодетектор под названием Quest X5. Заказали его в магазине у деда Мити. Как ни странно, до Тюменской области из Москвы он дошел всего за 3 дня обычной почтой России. Сейчас давайте раскроем и посмотрим, что у нас в комплектации. Так, вот такая коробочка фирменная у нас идет. Так, стороночку сюда положим. Так, открываем. И что мы видим? Посмотрите, друзья, фирменные перчатки от магазина у деда Мити. Спасибо за подарочек. Так, и что мы тут видим? Так, перчатки, инструкция с наклейками. Так, сам блок. Так, это у нас идет крепление с зарядкой. Так, это идет подлокотник. Вот их две штучки. Так, штанги. С чего они? Штанги, по-моему, пластмассовые. По-моему, металл был. Металлопластик. Так, вот такая штангочка у нас. Сейчас соберем и снимем. Ну да, вот еще одна штанга. И вот сама такая катушечка. Снайперка. Стандартная идет. Такая вот катушечка. Ну что, сейчас соберем, покажем в разборе. Ой, в сборе. Ну что, друзья, вот в сборе мой металлоискатель. Вот такой вот он красивенький, весь такой прорезиненный, весь такой, катушечка такая приятная, защита идет. Такой весь прям аж. Ну-ка давайте включим, пробуем что-нибудь, послушаем вообще, что он может. О, какой у него приятный голос. Копай. На монетах 60 рублей. Погнали копать. Опа, что? Съемка пошла. Вот такой сигнальчик сейчас у меня на монетах 87,90. Вот здесь. Ну-ка попробуем. Может, что и найдешь. Вот он, где-то здесь. Ну так ты че? Нечаянно. Ну-ка, стой. Что сделал? Я ничего. О, серебро. Серебряная монетка. Подожди, 15 копеек серебряных. 1893 года. Сразу серебро. Не шорка, не шорка, не шоркай. Вот такой орел тут подзатертый. 1893 год. Вот прибор уже начал себя отбивать.